Всем доброго времени суток, компания Прогресс Авто приветствует вас. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот трактор Кубота Асты А175. 19 лошадиных сил, трехцилиндровый мотор. Давайте посмотрим на него поближе, оценим его косметическое и техническое состояние. По косметике видно, что краска лежит относительно ровно. Очень симпатичный рыженький цвет. Все наклейки на месте. По состоянию резины, состояние у резины очень достойное, никаких растрескиваний нету, разве что на переднем левом колесе немножко. Правое переднее колесо выглядит просто отлично, так же как и заднее. Из навесного оборудования здесь установлена фреза на 125 сантиметров. Ножи еще очень даже живые и походят, думаю, что не один сезон. Кстати, фреза оборудована гидроцилиндром, то есть мы можем регулировать наклон фрезы по горизонтали. Также можем регулировать это здесь, да, задавать настройки фрезы. Ну и по рычагам быстренько пробежимся. Это у нас поднятие-опускание фрезы, раздатка пониженная, повышенная передача, включение-отключение полного привода, гидрокран. Здесь у нас блокировка заднего моста. Кстати, здесь присутствует функция быстрого разворота. Здесь у нас непосредственно сама коробка передач. И вал отбора мощности с функцией заднего хода. Под капотом все максимально просто и надежно. Как я уже сказал, трехцилиндровый 19-сильный моторчик. Воздушный фильтр, охлаждение и механический ТНВД. В принципе, все просто. И чем проще, тем надежнее, как говорится. Давайте запустим, посмотрим, как он работает. Кстати, наработка мотора 842 мотор-часа. И это видно по состоянию трактора, оно хорошее. Даже руль и сиденья не потертые. Давайте запустим и послушаем двигатель. Двигатель работает ровно, можно погазовать. Обороты тоже набирает плавно и скидывает обороты плавно. Все отлично функционирует. Ну а с вами была компания Прогресс Авто, это трактор Кубота Асты А175. До новых встреч!